Ну и мы побежали. Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держусь. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует. Вечный покой для седых пирамид, а для звезды, что сорвалось и падает, есть только миг, ослепительный миг. А для звезды, что сорвалось и падает, есть только миг,
ослепительный миг. Пусть этот мир вдаль летит сквозь столетия, но не всегда по дороге мне с ним. Чем дорожу, чем рискую на свете я, мигом одним, только мигом одним. Чем дорожу, чем рискую на свете я, мигом одним, только мигом одним. Повстречатель беду еще, есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь. Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь. Я жал. Кто подумал? Это... А кто это тут, что прикопал? Ух ты! Красавец! Уху! Подберезовик! Красавец! Рябая нога! Вот это удача! И на моем пути главное! Никогда никого тут не было! Ну, видно, что чистенький красавчик. А кто ж прикопал тебя, красавца, на моей дороге? Вроде кроме меня тут больше нет никого. Никто сюда трассы не прокладывал. Никого не видел, не встречал. Опа, еще, кажется, прикопано. Ну-ка, точно. Еще один. Какие испарения, красиво как идет. Солнце опять встает, опять жарит, сегодня будет жарко, точно. Так что вот, листьев полно, листья желтые нам поздно не ложатся, а мы бегим. На озеро. Весной.
Так, всем привет, с праздниками прошедшими уже. Ну и о чем у нас сейчас пойдет тема? А тема такая, скажем, живая, интересует всех. Под нагруженную печень. Кстати, вот этот компонент расторопший, это основной компонент во всех дорогостоящих лекарствах, которые восстанавливают нам печень.